С 3 октября стартует призывная кампания «Осень 2016 года». Вызову на призывную комиссию подлежат все молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, которые еще не были на призывной комиссии, не имеют права на отсрочку, которым не предоставлена отсрочка, включая тех, кто поступил в высшее образовательное учреждение в 2016 году. Хочу довести, обратиться к жителям Кашихабльского района, к молодым людям и к их близким родственникам, с тем, чтобы каждый гражданин, учитывая сложное международное положение, каждый гражданин обязан в соответствии с Конституцией исполнить воинскую обязанность, которая включает в себя этот призыв на военную службу, состояние на воинском учете, пребывание в запасе. При призыве на военную службу граждан призыв осуществляет призывная комиссия Кашихабльского района, которая создана распоряжением главы Республики Адыгея. На призывную комиссию возлагается обязанность по организации медицинского освидетельствования граждан, подлежащих вызову, и принятие в отношении их решения либо о призыве на военную службу, либо решения об освобождении или предоставлении отсрочки. Также в соответствии с федеральным законом 170 ФЗ при зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву, призывная комиссия рассмотрит каждое дело и выносит заключение о признании гражданина, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, либо считает, что он имел на это законные основания при представлении соответствующих документов, и тогда принимает решение о передаче его в запас и выдаче военного билета. В случае признания гражданина, не прошедшим военную службу, не имея на то законных оснований, военный билет гражданин не получает, получает справку установленного образца, и, соответственно, в отношении гражданина действует ограничение о поступлении или нахождении на муниципальной государственной службе. Естественно, не может поступить в федеральные органы исполнительной власти, законодательную власть, быть выбран депутатом и так далее. Поэтому главная задача гражданам – прибыть на призывную комиссию. В любом случае, это не значит, что гражданин сразу будет призван на военную службу. Призыву на военную службу предшествует медицинское освидетельствование медицинской комиссии, которая создана на базе Центральной районной больницы, и обязательное прохождение диагностических исследований. Председатель призывной комиссии после прохождения гражданином комиссии медицинской прибывает на призывную, объявляет решение гражданина, в отношении которого оно принято, и по требованию гражданина выдает ему копию решения. У каждого гражданина есть право обжаловать решение призывной комиссии. Если гражданин не согласен с решением комиссии, будь то по состоянию здоровья или любым другим мотивам, он может об этом заявить. Имеет право в трехдневный срок получить выписку из решения призывной комиссии Кашихабльского района и с этим решением в течение 10 дней обратиться в призывную комиссию республики в город Майкоп, либо непосредственно в суд. И эта жалоба гражданина должна в течение 5 дней должна быть рассмотрена в соответствующей инстанции. В любом случае решение о призыве принимается только после изучения материалов дела, прохождение медицинского освидетельствования, при этом учитывается семейное положение и учеба. Комиссия всегда рассматривает все варианты и всегда ищет возможность каким-то образом учесть ситуацию, которая сложилась либо по состоянию здоровья, либо семейное положение. То есть в любом случае, но только на законных основаниях в соответствии с требованиями федерального закона 53 ФЗ. Поэтому всем настоятельно рекомендую и приглашаю прибыть на призывную комиссию и как бы решить вопрос с армейской службой, либо получить отсрочку на законных основаниях.